Привет всем любителям что-то попаять, что-то выпаять, что-то отпаять. Приходит момент, когда ваш любимый паяльник просто сгорает, и нужно иметь, конечно, второй запасной, но второй также сгорает, и я вам советую не выкидывать жало. Медные жало не выкидывать, потому что их нет в продаже, ну не знаю где, ну тут я искал, не нашел. И я решил сделать, значит, что? Вот это жало, которое было в этом паяльнике, оно вообще никакое. Оно не греет. Им нельзя ничего сделать. Не припаять, не отпаять, короче говоря. И было такое время, что я хотел выкинуть вот этот паяльник. Но я его не выкинул. Я взял старое жало из подобного вот такого большого паяльника. Этот, конечно, паяльник очень мощный. Он очень жрет много энергии. Это для другого случая какого-то. Но подобный был у меня паяльник. Старый, очень старый. И там еще даже обмотка вот асбестовая такая была. И вот эта обмотка, значит, она очень плохая для здоровья. Может быть, хорошо, что он сгорел даже. Но вот это жало из меди я, конечно, не выкину. И пришел момент, я взял вот это жало, разделил на две части и сделал вот подобное жало вот к этому маленькому паяльнику, который на 40 ватт. Сейчас этот паяльник незаменим просто. Я этим паяльником делаю все. Он очень быстро греется за счет того, что жало здесь медное и очень хорошо держит температуру. Я с удовольствием работаю вот с этим паяльником. Только вот со временем, когда вот попаяете там какое-то время, нужно вытянуть и почистить, здесь будет такой нагар. Ну, не сильно, конечно, чтобы оставалась вот эта толщина, чтобы потом ближе вот, потому что здесь в колбе как бы спираль внутри, чтобы грело хорошо, не пилить много. Вручную я выпилю, вот это, конечно, день пошел у меня. У кого, конечно, есть станок, можно за пару минут это сделать. И сейчас у меня такой есть паяльник, которым я очень доволен. Так что, не выкидывайте старые паяльники. Из них можно сделать старый новый паяльник. И тогда у вас даже будет в запасе несколько, если, конечно, их сохранять, не выкидывать. И можно иметь несколько запасных, не идя в магазин, не покупая нового паяльника, дорогого или даже искать где-то детали, которых нет. Вот я искал в интернете, в магазинах, нигде подобного вот такого жала не нашел. И сделал сам. Вот и все. Так что не выкидывайте старые паяльники. Они, конечно, могут пригодиться вам еще. Всем пока!